Так это обучение, нет? Ну да, у меня обучение. Окей. Ты где? Я не знаю, у меня действительно... А мы авианосцем управляем, я правильно понимаю? Наверное. Слушай, а почему я не с тобой в корабле? Не знаю, у тебя это где заспаунился? А, стоп, по кораблю ходить можно? Я летаю. Где ты летаешь? Слушай, может мы на раз тоже заспаунимся, потому что у меня король обучение, тебе король не обучение? Хочешь, мне другой корабль дали? Я пришел, хочу проходить. Ты сейчас где? Что у тебя там происходит? Объясни. Я в корабле, у меня все черные экраны. Черный? Ну, типа, у меня не обучение, ничего, у меня ничего не работает. Ты заштурвался? Что ты сделал? Мне сказали сесть за этот, за штурвал. Я сел. Новое сообщение. Welcome back, Commander. Ты видишь сообщение? О, мне с возвращением командира. Your employer, the Drazu Industries Corporation, has asked me to reiterate its gratitude for you volunteering to enter stasis on the Horus Satellite Overwatch program. Мы вместе с тобой. I am Captain Aparo, commander of UEC Deep Space Technologies in the sector. Божественно сразу. Please be advised, the terrorist has breached the unmanned colony's firewalls on the planet Delos, and is now in control of the UEC Megatron. Красиво, мне нравится. You are to take manual override command of the ACC Epsilon carrier. Давай, Epsilon. Stop the Omega by any means necessary. У меня эти сомы флешбеки. Drazu grants a full liability waiver for your actions, and the United Earth Coalition has issued an anticipatory pardon. Proceed to your landing pod immediately. Я заключенный. It has been remotely programmed and is ready to go. Интересно, брат, травма только такая в 3D. И мы управляем не подлодкой, а авианосцем гребаным. Чё он сказал? Отстыковаться на какой-то капсуле? Чё? Не слезать с корабля? Почему мы вообще не в одном корабле, в смысле? Вау. Слушай, знаешь, что мне напоминает этот самолёт по подводной лодке? Пускаемый аппарат. Я а, спрыгнуть нельзя, да, с корабля? Я сел в стыковочный аппарат, не нужно как-то... А как куда? Спиться? А почему меня починили? А, можешь говорить мне, что делать? Я не знаю. А что у тебя? Скажи, быстрее, наверное. Ну, у меня ничего вообще абсолютно. Слушай, наверное, ты уже на корабле, я еще нет. А, то есть ты не на корабле? Я в космосе вообще был. В космосе? Да. А, понял, тогда тебя жду, видимо. Я здесь буду через 6 секунд. 5. 3, 2, 1. Черный экран. А, у тебя патрус? Я думал, ты прям летишь с космоса. Я прилетел. Где посмотрю? Куда ты, мать его, прилетел? Я до тебя прилетел. Ой, все, я вылез. Куда? На корабле. Где? Он огромный. Я, короче, слева, наверное, сел. Ну, ты слышишь, как они бегают? Кто они? Ну, люди. Какие люди? У меня никого нет, у меня пустой корабль абсолютно. Когда ты сам бежишь, слышишь звук? Так немножко, немножко витопает. Куда ты, мать его, приземлился? Я приземлился куда-то. А слушай, я еще не на корабле, наверное. Может, ты на острове? Нет, я на какой-то платформе. Я сейчас на лифте еду. Я капитанскую трубку иду. О, я тебя вижу. Я вон там. Спустись сюда. А я не могу. А. Я не знаю, как. Я вообще не знал, что там можно ходить, честно говоря. Ну, я пришел. Здесь тут двери открыты, дурак. Подожди. Я закрыл. И где это? Ты куда делся? Я нашел капитанскую руку. Не, что-то у меня прям, кстати, лагает, я не знаю. У тебя нормально? Что? Слушай, у тебя встроенная видеокарта лучше, чем у меня работает. Я минималки включил, еще дурак. Так, а что делать? Врынь, штурвал голландский. У тебя есть обучение? Нет. Ты ничего не говорят? Нет. Все, искали, иди. Искали, иди, убей. Все. Ты точно обучение включил? Я это компания называется, я капитан. Слушай, я что-то включил. Я что-то нажал, покажи. Питание, зеленая кнопка. Зачем ты ее выключил? Ты же столько кнопочек, мне страшно. Я капитан голландского корабля. Так, мы тут. А, подожди.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек надо. В идеале, да? А, нет, десять. А, десятерых. Десять, да. Режим только карта, режим ветер. А, да? Осадки. А, да? Туман. Морское течение. Не, подожди, а обучение где? Че там? А что за цель хотя бы? А, у нас же, подожди, я ж могу почитать. Логично. Так, цель игры. Уничтожать вражеские авианосцы для одержания победы. Захватывать острова для развития промышленности и логистики. Мне нужно убить вот этот вот остров, вот этот. Для захвата вражеского острова необходимо выпустить вирус ботов вблизи его командного центра, что позволит начать взлом систем защиты. Чем больше ботов прямо в центре, тем быстрее будет защищаться взлом. Модули вируса ботов могут быть установлены только на наземную технику. Выпускать вирус ботов из модуля вручную или с помощью специальной команды точки маршрута вражеского острова, то начинается дружественно при захвате командного центра. Не, я точно видел обучение, не? Хочешь сказать нет его? Ну типа, ну играй в обучение, что я могу сказать. Понял. Топливная авиация, навигация, движение. Отображает скорость положения, рут, статус, компас, эхолот, навигация, кнопки запуска, установка двигателя, подруливающегося. Подключает режим подруливания, задний ход, блокировка руля, удержание. Нет, курса. Ну, потому что любую панель у тебя может открывать с панели на F, ты открываешь панель, связанную с ней подсказку. Че? Где? Ты наводишь любой терминал, нажимаешь F, открывается терминал. Welcome to the bridge of the ACC Epsilon carrier. Чё? The analysis of intercepted stanza communications is completed. Наверное. The belligerents are using the ACC Omega to plant deep crust detonators on each captured island. Once the entire archipelago is seeded, they will trigger simultaneous detonations. This is likely to rupture the Treltor and Avapola tectonic plates. Effectively ruining Telos as a viable resource for the foreseeable future. Commander, given that the unmanned Telos colony is the largest supplier of materials to the UEC war effort on Earth, the potential ramifications are catastrophic. You must recapture enemy islands to disable their detonators or eliminate the enemy carrier. А, либо все острова, либо убить вот этого, наверное, чувака. Вот этот, наверное. Это не остров, это не чувак, это остров. Я знаю. Вражеский авианосец Омега? А как? Все, обучение закончено, да? Ну ладно, я поплыл, давай, ББ. А как? Ой, я поехал. Наверное, запустить двигатель, да? Его судно еще не спустили. А, в смысле? Ты должен нажать, наверное, терминал и нажать спустить судно. А ты не можешь? Нет. А, мы на земле были. Ну, если поплыл. Так, а куда плывем? Капитан! Можешь себя отключить, подожди? Да, можешь. О. Капитан! Слушай, реально? Блин, я хочу больше людей, окей. Что-то сделал? Это реально хайфлит, слушай. Это у меня такая тактическая карта хайфлита. Подожди, я ничего не понимаю, если честно. Навигация, А зачем тут три панели с навигацией? Ай. А, я понял, зачем ты панели с навигацией? Вопрос, они с разными режимами, наверное, да. Газ, скорость, подруливающее устройство, блокировка руля, помощь. А, вот тут сообщения были. Складные прожекторы, верхний, сабилинтер. На самом деле, все довольно просто непонятно, что делать. Блокировка руля, удержание курса. Электропитание. А, это просто... Где? Тут можно так... Тут даже яркость экранов можно выбавлять, да. Поднимать. Ни хрена. Next Gen. А, можно выключить экран вообще. Слушай, Дис, посмотри вот на эти... Куда? Вот, посмотри вот это вот, все. А что это? Это самое. Сборка техники, то, что у нас есть, и логистика это. Чё? А можно... Это логистика. А, это, слушай, это реально хайфлит, подожди. То есть смотри, мы в хайфлите спаунимся, где-то хрен пойми где. У нас куча городов между ними. И в городах мы можем что-то делать, какие-то квести. А что это? Это крафт? Камеры есть. А, мы можем, вот тюлень у нас есть. Слушай, на тюлени есть пушка 30-миллиметровая, 2 штуки. 5000 боеприпасов, зенитная установка, 2 штуки. Ракетная установка, вирусные боты, 4 штуки.
Свистеть камера. Это чат-бот. А, это так? А, слушай, это очень прикольно. Роботы собираются из деталей. Камера. Найс. Слушай. Мы хоть плывем, подожди, что мы делаем? Мы стоим? Я стою, да. Скажи, что делать, я просто не очень понимаю. Я пойду по СО, сейчас приду. Что это такое? А, это наш корабль. Что, разобрался уже? Вот тут, короче, ПВО. Орудие главного калибра. Так, здесь топливная система. И, ну, короче, полная статистика по управлению кораблем. Здесь статистика по наш... Слушай, это реально так, как та игра 2000 года? Паркан, вот, я вспомнил. Реально паркан? Паркан. А что такое за панелька? Положение крана. У нас кран есть, кстати, на корабле. Да. А это что такое? Блин. Рогарка. Альбатрос. А, тут кастомизируются еще эти. Кастомизируются самолеты и прочее. Прожекторы. Делаешь? Я самолет вызвал, только я помню, что он не взлетает. Я хочу самолетиком управлять. Так он не взлетает. Почему не взлетает? Он собирается. Ой. Ну да. А, кнопку надо было нажать, да? Или нет? Попустите самолет, алло, дайте покататься. А, поясни мне, почему самолет не запускается. Так, конечно, F. А, ну, кстати, да. Запуск. Запускай наземную технику, отсекает. На воздушную технику, отсека. Ничего не понятно. Командный центр, авианосец, наземная техника. Наземная техника с вирус-ботами, воздушная техника. Вон он. О, взлетел? На улице. Он на позицию стоит. А, он прям взлетает? Да посмотрите. Вау. Я еще прожектор включу. Слушай, Next Gen. Реально взлетает. Нихрена. Нихрена. Зашибись. Лучшая игра. Тогда я поправляю. Он взлетел? И можно полететь? Почему его на радаре паутом? Камера. А управлять я им не могу? Что? Наверное, нет. А, вот ручное управление, погнали. Найс! Лучшая игра. Это лучшая просто игра. Выбор модуля. Управление техникой. Смотрим, разобью сейчас. А! Сбился? Я не увидел воду. Минус самолет, да? Ну типа. А как это заправлять можно? Как заправлять можно самолет? Ну, вернуть можно. А ну-ка, я сейчас запустил. Я сейчас машинку вот запустил. Да, посмотрим, куда она поедет. А, пока можно приблизить, кстати, у нас как в этом. А, да, реально, тут выбор шасси идет полный, да. Это как я тебе говорю, в паркане. В паркане так. Слушай, я сейчас выпустил наземную штуку. А можешь пристыковаться обратно, космос? Я выпустил сейчас наземного бота. Слушай, эта игра очень, ну. Прям выглядит очень очень. Можно пристыковаться к острову или че? А зачем нам пристыковаться к острову? Ну купить что-то. А, обратно? Так, я выпустил наземного бота. Так, мы движемся вперед на 2 узла вообще-то. Камера. А, я на этом. Куда он поехал? Ой, это я случайно дернул, наверное. А, у пушки. Слушай, может. Это реально паркан? Типа, в паркане все можно то же самое делать, абсолютно. Один в один. Дай-ка я его в ручном режиме отправлю на остров, мне слишком лень управлять. Чё, не могу? Вот. Ну как в жопе просто. Слушай, я что-то не понимаю, как его... Может, это яркость поднять? Я не понимаю, как ему приказ отдать, слушай. Потому что мы можем приказ отдавать. Ну типа да, он в ручном режиме. Типа стратегия, алё. А как, ну типа как паркан. Только я не помню, у меня, короче, стартовый приказ висит. И я не могу только его... Я только ожидаю сигнал иметь. Слезь какие-то. С него, подожди. Может, я не могу... Я вообще уже хожу. Ну, видишь, он куда-то едет? А, я Иди. Понял как. Просто перетаскиванием. В
Вау, значит, и радар настолько мощный. Ты типа можешь приблизить прям здание даже посмотреть. Твайлайт. Так захода позывал. Нифига с его паса. Че? Где? Натерял сверху. Порядок захода на посадку. Ты же как бы авианосец. А, их можно этот, я понял. И можно выбирать, какой сядет. А что такое за... А, видеонаблюдение, слушай, тут камеры есть. А зачем? Правда, очень шокальные. Ну, слушай, зато они лагают. Какое разрешение, кстати? Здесь тут прям очень... Мне кажется, количество пикселей уже посчитать реально. Можешь, не сможем все двери закрыть просто. Положение лифта. Что такое положение лифта? Что такое лифт? Не знаю, это лифт, наверное, в котором я поднимался. Так, роботы собираются. Как роботов собирать, ты понял? Да у нас нет каркаса. А сейчас. Слушай, тут прям база данных. Прикольно. У нас нет каркаса сейчас, чтобы собрать робота. Окей, я понял, почему. Слушай, а, вы, подожди, тут лифт какой-то есть, смотри. А, лифт. Ты про него и говорил. Не, вот этот, другой лифт, смотри. Слушай, ну я почти разобрал, что это за панелька? А чё это такое? Что? Там реал-тайм, кстати, наша экономическая ситуация. Баланс в конце месяца, слушай. Не зря на этого, на экономиста, программиста учусь. Не спори. Чё это? Заходи. Куда? А, это такой маленький лифт? Пока. Слушай, а чё за панелька, подожди. Судовой журнал. А, ну это кто присоединился, видимо. Че это панельки? Огни ВПП. Че такое ВПП? Понятно. Слушай, тут есть мультиплеер, короче, типа масштабный, чтобы было куча игроков. Слушай, я куда-то спустился, кажется, на днище. Автотурель. Турель включена, турель включена. Слушай, спустился на днище, то... Че там? Я в ангар спустился. А, ты там видишь прям роботов, да? Да, там вот стоят две машинки и самолетики. Ну слушай. Слушай, у меня встал. Мне тоже. Прям очень сильно. Тут можно ядерки пускать, как в Хайфлите. Я так на звуки вставания уже тут. Это реально как Хайфлит, типа по мультиплееру. Я могу сесть на машинку. Даже лучше. Не могу. Значит, у тебя по девушке в камере какой-нибудь видите, да? Да, по есть нижняя камера какая-нибудь. Чё? Чё делаю? Что я сейчас сделал? Слушай, я могу... Чё? А, F же можно... А нет, F нельзя нажать. Чё такое запрос от него поддержки? Чё говоришь? А есть какой-нибудь фонарик? А-а-а, я могу целью каз... Я понял, кажется. Радар? Как радаром пользоваться? Смотришь на нее как бы ратрами и грустишь. Но ты есть типа пассивный, активный. Так, а ну-ка, я хочу ядерку пустить вот, допустим, вот в робот. Слушай, да уж у нас есть ядерка? Типа есть, да. Ты хочешь лить ее просто так? Ручная? Ну слушай, мы вряд ли будем дальше играть в это. Ну типа, я имею в виду, мы заново начнем. Я же здесь пойду. Короче, вообще, зачем нужен лифт, если можешь пешком подняться? Сигнальный гранатомет. Пуск сигнальной ракеты. Сигнальный гранатомет. Тут тупик. Слушай, я какую-то сигнальную ракету пустил. Тут, видимо, ну, если ты десятером играешь, то все сидят, типа, за своими мониторами скучают. А нам придется бегать. Ну, типа, как в этом. Слушай, тут второй этаж есть этого. Что это? Ангара. Что это такое? Ой, что сделал? Я увидел вспышку, увидел в ангаре. Чё я сделал? Чё происходит? А чё в ангаре за вспышка? Я умру? Слушай, это же не влог? А, да, это влог самоуничтожения! Меня почитать надо было сначала, потом нажимать! Беги! Как бежать с корабля? Я сейчас взорвётся. Как бежать, нафиг? Я сейчас взорвётся сейчас. Где выход? Не, реально, где выход? Я-то вышел уже. Ютыка. Куда ты вышел? Ты же мы взорвемся. Привет. Да, я нажал, это была красная большая кнопка, и я потом навел, посчитал, что это блок самоуничтожения.
И чё? А мы чё не взрываемся? Не знаю. Кстати, почему всё красное? У тебя тоже всё красное, всё жёлтое, как из корабля? Ну да, солнце встало. А, это из-за солнца? Думал, это из-за этого. Ну ты сначала подумал? Идёт солнце. Ну и чё, мы не взрываемся? Сейчас пойду почитаю. Во-во-во, видишь, во-во-во. Вот. Где? Вот, я нашёл кнопочку. А-а-а. И чё это? Не знаю, я почитаю. А, видимо, слушай... А, слушай, я, видимо, слушай... Я обманул. Или нет? Да, я обманул тебя, хуй. Система использована для уничтожения... ...тактического поражения. И как ей пользоваться? А я не почему могу ее нажать, а активировать. А заряд один? А-а-а! Ой. А! Почему у меня ключа нет? О! Дурак? Да я сойду. Иди. Так я не успею. Секунды. А, это значит экрана, кстати. This is Captain Oparo. Division Commander of UEC Deep Space Colony Command, reporting to UEC Command. ACC Omega completed its archipelago seeding soon after destroying the ACC Epsilon. 2.6 minutes ago, a synchronized detonation was triggered. I have already detected major tectonic upheavals on all landmasses, and have calculated that at this rate, nothing will remain of the Telos colony within the hour.